Герман Ковалев с детства интересовался автотранспортом. Сначала лепил из пластилина маленькие модельки машин, потом стал делать макеты из пластика и так постепенно развивал в себе талант конструировать автомобили. В 9 классе молодой человек сам собрал электрический картинг. С этим проектом он победил в региональной олимпиаде. А вот в прошлом году на Всероссийской олимпиаде в Казани удача Германа обошла стороной. Но школьник не расстроился, наоборот, собрался силами, решил попробовать еще раз. Еду в автобусе и думаю, блин, почему не получилось? Почему вот не понравилось? И вот еду и думаю, надо создать вот гибридный багги. То есть у меня прошлый картинг был электрический, а тут я решил совместить два вида источника энергии и создать... Такой принцип гибрида, последовательный гибрид, когда получается, электромотор подпитывается аккумулятором, а аккумулятор подзаряжается генератором. На сборку гибридного багги Герман потратил год. Для этого ему потребовалось высококачественное оборудование и материалы. За ними он обратился в молодежный инженерный центр МГТУ имени Баумана. Какие-то запчасти брал на металлоразборке. Некоторые детали пришлось покупать. В этом Герману помогли родители, за что он им очень благодарен. Большой вклад в развитие юного инженера внесла наставница, учитель технологии Евгения Клейкина. И вот такая вот работа в команде нам действительно помогла добиться результатов. То есть его какие-то навыки, его умения, плюс мои навыки, умения, просто поддержка. И вот такая команда дала результат. Со своим гибридным багги Герман Ковалев стал призером Всероссийской олимпиады, которая в этом году проходила в Москве, в Университете дружбы народов. Он вошел в пятерку лучших, обойдя старшеклассников из других регионов нашей страны. В олимпиаде есть 4 номинации. То есть информационная безопасность, робототехника, культура дома и техника и техническое творчество, в которой я и участвовал. В моей номинации участвовало 45 человек, да? Вот 45, среди 45 человек со всей России. У Германа Ковалева грандиозные планы на будущее. Он хочет поступить в технический вуз и мечтает создать свою марку автомобилей. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.